Iar Vladimir Putin le-a vorbit mamelor soldaților uciși în invazia din Ucraina despre curaj și încredere. Liderul de la Kremlin le-a transmis că le înțelege suferința, dar că este vorba despre nevoia de a apăra țara. Putin și-a îndemnat conaționalii să privească dincolo de ceea ce văd la televizor sau pe internet, pentru că, spune el, dușmanii țării folosesc informația ca pe o armă. Знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль. Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которая... которые мы обязаны все появлением на свет, которые вынашивала его, выкармливала. Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора, либо даже в интернете. Там вообще ничему нельзя доверять. Там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире, ну, всегда было так, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Это тоже информация.